покажем вам убавки вправо и влево методом протяжки. Доходим до тех петель, которые необходимо уменьшить. Для протяжки в левую сторону сначала мы снимаем петлю, провязываем следующую за ней лицевой и снятую петлю накидываем на провязанную. Вот у нас получилась убавка с наклоном влево. Для убавки с наклоном вправо мы сначала провязываем петлю, затем следующую снимаем, и нашу провязанную петлю мы протаскиваем через снятую. И вот у нас получилась убавка вправо.